Всем привет, с вами Светлана, и сегодня мы будем готовить обалденно вкусное блюдо. Это молоки, молоки океанических рыб, и будем мы это делать в духовке. Для этого нам понадобится форма, которую я очень люблю застилать бумагой для ручки, чтобы потом ее не мыть. Ее мы будем смазывать немножко растительным маслом. Молоки предварительно промыли, сложили в чашу, и туда же мы будем добавлять сметану, пару ложечек, обезжиренную, конечно же, 10%, что-то она у меня такая густая. Две ложки сметаны, любимые специи, у меня это черный перец, куркума, она, кстати, ускоряет обмен веществ, если вы не знали. Также вот такая вот у меня мельница с красными перцами, сладкий, там немножко острого, и вот такую вот соль буду добавлять. Ну и, конечно, мой любимый чеснок, куда же без него. Сейчас потрем, добавим и будем перемешивать. Форма у нас уже смазана маслом. Сейчас мы выкладываем наши молоки в форму. Распределяем. Очень удобно, кстати, готовить вот так вот в пергаментной бумаге. Если кто не пробовал, попробуйте обязательно. Ничего не прикарает. И в то же время у вас абсолютно чистая форма. Вот в таком виде мы отправляем молоки в духовку на 20-30 минут при температуре 200 градусов. Все зависит от того, сколько у вас молок, какое количество. Вот такая красота, девчонки, получается. Запах невероятный и вкусно безумно. Кто не пробовал так готовить молоки, я очень вам советую обязательно попробовать. И еще один лайфхак на весну и на лето – попробовать коптить молоки. Советую абсолютно всем. Шашлык – это вкусно, копченая рыба – это вкусно, а копченые молоки – это отдельная история. Поэтому у кого есть коптильня, обязательно попробуйте их коптить. Это очень быстро и невероятно вкусно. Спасибо всем за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.